составить сами, я вам сегодня покажу два примера. Когда я это просчитал сам, я просто был в шоке. Ищем людей. Вам нужно всего лишь найти двух человек, двух ваших знакомых, двух, к которым два человека один раз. Я повторяюсь, это дополнительно, это не в разрез, это не альтернатива знает инфо, это дополнительно для тех, кто боится начинать как-то быстро сразу же строить бизнес. Но вы должны видеть эти цифры. Один раз в первый свой месяц. Людей, которым нужно будет подойти с предложением, это ваши знакомые, близкие, подойти с предложением и сказать: дружище, я предлагаю тебе, есть возможность заработать в течение года 1 миллион долларов, ой, рублей, сори, но это оговорка по Фрейду, ребята, 1 миллион рублей, при этом быть молодым или молодой, красивой, здоровой. И работать особо не нужно. Все, что тебе нужно сделать, это найти еще двух таких же горячих людей, которые захотят заработать к концу года 1 миллион рублей и стать таким же молодым, красивым и здоровым. Но делать нужно все четко по инструкции. Я сейчас тебе покажу цифры. Мы сейчас с тобой сядем. Ты лично на калькуляторе посчитаешь вместе со мной. Мы дважды пересчитаем. И если ты увидишь деньги, я тебе покажу путь. Если не увидишь, я найду другого. Но я думаю, очень много людей захочет именно таким образом поступить. И вы еще сами, то есть вот тот человек будет. Ты сам и тот человек будет рекламой. Рекламой. Продукция работает замечательно. У кого есть обалденные результаты, поставьте цифру 7. Вот, ребят, я даже не сомневался, потому что я просто в восторге. Я просто в шоке от той продукции, от того, как она работает, как она эффективно работает, как она работает быстро. И поэтому сейчас мы перейдем к самому интересному. Запись ведется, не переживайте. Теперь, ребята, смотрите. Убираю вот этот листочек и рисую. Первый месяц. Зашли вы и купили Basic пакет. Я хочу, чтобы вы понимали, я вам показываю самую минимальную работу, самую минимальную товароактивность при одном условии, что вы в течение года пользуетесь продукцией сами. Молодеете, рассказываете об этом, не можете молчать. И ваши знакомые, ваши друзья видят это. Но найти вам нужно всего лишь двух человек. Это вот та самая дополнительная корзинка. И вы пригласили к себе в бизнес всего лишь двоих человек. Они хотят заработать тоже 1 000 000 рублей, помните, да? 1 000 000 рублей. И быть красивыми, быть молодыми, быть здоровыми. Я 10 раз это все повторяю. Я хочу, чтобы вы поняли и прочувствовали. Итак, вы заходите, или это ваш человек заходит, друг. И все расходы этого человека составят $330. Что это такое? Это стартер-кит, это пакет Basic и доставка. Все. И вы человеку показали, он захотел продукцию, вы ему это показали. Он сказал: хочу, хочу 1 000 000 рублей, хочу выглядеть молодо, хочу быть здоровым, хочу быть красивым. И поэтому он заказал, но денег у него очень много нету, и в большие цифры он не верит. Но когда вы ему покажете эти расчеты, покажете эту табличку, то он скажет: хочу. Он заказывает себе, и вся его задача пригласить всего лишь двух, всего два человека, таких же. И что зарабатываете вы?
То есть вот это вы первый потратили $330, но это может быть ваш знакомый, который пока не хочет в большой бизнес. Что он зарабатывает, пригласив, найдя всего двух таких друзей? Он зарабатывает $25 плюс $25 равно $50 за продажу пакетов Basic. И он сразу же становится специалистом, а это значит, у него включается пожизненная возможность зарабатывать деньги по циклам. Специалист. И он может зарабатывать деньги по циклам. А также эти два пакета ему принесут с одной стороны 100 баллов и с другой стороны 100 баллов. И его заработок в первый месяц составит $50. Он пользуется продукцией, он доволен и счастлив. Он нашел всего лишь два человека, таких же, как он. Показал им эту возможность. Рассказал им, нарисовал вместе с ними эту таблицу, чтобы она у них была на виду, чтобы они видели, к чему они идут. И эти люди сказали, мы хотим. Второй месяц. Те два человека также нашли всего лишь по два человека один раз в жизни. Два нашли по два. И помним, что у нас оставалось 100 на 100 баллов. 100 на 100 баллов. Ой, там поздравления у кого-то. 100 на 100 баллов. И к нам еще пришло тут два человека и тут два человека с пакетами Basic. И у нас приплюсовывается сюда 200 баллов и сюда 200 баллов. Итого равно 300 на 300. И ваш заработок во второй месяц, ваш заработок равно 0 рублей, 0 копеек. Но вы пользуетесь этой продукцией, вы хотите зарабатывать деньги. Вот таким вот ленивым образом, таким красивым образом. И вы потратили на себя $130 на одну сыворотку. С доставкой, с налогом, такая как бы сумма, она ни туда, ни вашим, ни нашим. Чудеса происходить начинают дальше. Третий месяц. Не напряжно. Ребят, считайте за мной, понятно? Пишите прямо. Напишите цифру 3, если все понятно. Считайте, пишите за мной. Окей, спасибо. Все, продолжаем дальше. Пришел третий месяц. И у нас, помните, осталось 2 раза по 300 баллов. У нас осталось, то есть вы потратили в третий месяц опять себе. Сыворотку купили за $130. Вы же на автошипе для того, чтобы у вас баллы не сгорали. И просто она у вас кончилась, и вы хотите ее, потому что результат это налицо. Вы реклама продукции. И тем более вы договорились со своими друзьями, вы нашли двоих, а они нашли еще двоих, и все следуют четко, пошагово по инструкции. У вас оставалось 300 плюс 300. И те 4 человека каждый привели по 2. И у нас получается здесь по сколько баллов? По 400. По 400 баллов вам добавляется в вашу копилку. По 400 баллов. Итого 700 баллов с одной стороны, 700 баллов с другой стороны. И вот здесь уже радость. У нас сработал первый цикл. Так, ну вот один цикл на 35. Вот так вот пишу, чтобы было понятно. И минус 600, например, с этой стороны, минус 100 с этой стороны, у нас остается остаток, 300. У нас остается остаток здесь 100 баллов, а здесь остается у нас остаток 400 баллов. Но вы в третьем месяце заработали один цикл и целых $35. Пока не густо, но вы всего лишь двух человек когда-то пригласили и пользуетесь продукцией. И они за вами повторяют. Ребят, записывайте. Для чего записывайте? Для того, чтобы вы могли всегда это восстановить, хоть и будет запись. Вы должны сами это понять, прочувствовать, проникнуться. Потому что дальше идет интереснее. Пришел четвертый месяц. Вы точно так же продолжаете пользоваться продукцией. Купили сыворотку за $130 для себя. У вас было на остатке 100 баллов с одной стороны и 400 баллов с другой стороны. И люди-то ваши... Так, секундочку, у меня тут. Одну секунду. Ребят, напишите, видно, слышно, а то у меня компьютер заснул. Пятерки поставьте.
О, все, все, продолжаю. Продолжаю, спасибо, ребята. Ваши люди продолжают делать то же. Они хотят $1 миллион к концу года. И им продукция безумно нравится. И они пользуются сами, они жадничают. Они не дарят друзьям. И мама, жена просит, они не покупают им. Зачем? Не надо? Не-не. И вот они сделали то же самое. И у вас добавилось 800 с одной стороны баллов и 800 с другой стороны. Здесь получается 1200 баллов, а здесь получается 900 баллов. Ура! У нас сработало два цикла. Два цикла. Мы больше ничего не делали, мы просто продолжаем пользоваться продукцией. Но вот эти люди, как и вы, как и ты, хочешь заработать миллион рублей к концу года. Минус, отсюда вычитаем 300, например. А отсюда вычитаем 600. А, два цикла, все, здесь вычитаем 1200. И здесь равно, а здесь 600 вычитаем, да, извини. Извините чуть-чуть это. И у нас здесь на остатке получается 0. А здесь на остатке получается, это у нас 300 баллов. Но ваш заработок, заработали вы за четвертый месяц $70. Это два цикла. Откладываю в стороночку листочек. И к нам пришел пятый месяц. Пятый месяц. А в пятом месяце начинается самое интересное. Ребята, вам идея вообще понятна? Напишите мне, что плюсики поставьте. Но вы должны увидеть цифры, поэтому наберитесь терпения. Сейчас начнется самое интересное. Все, продолжаю, ребята. Точно так же, в пятый месяц вы купили себе за $130 одну сыворотку. И также ни с кем не делитесь, никому дополнительно не покупаете. Не надо этого делать. Шутка, вы понимаете. И у вас было на остатке 300 баллов с одной стороны и 0 баллов с другой стороны. Но ваши люди тоже захотят заработать миллион рублей и пользуются продукцией. И у вас в следующем месяце прилетело 1600 с одной стороны и 1600 с другой стороны. И у вас получилось 1600 баллов здесь и 1900 баллов здесь. Это у нас сработало с вами 3 цикла. 3 цикла по $35. И здесь у нас остается 1800, 100 баллов минус 1800, остаток 100. А здесь у нас 900 минус, да, это что у нас получается с арифметики? А? 700. Здесь минус 900, остается 700 баллов. И вы заработали в конце пятого месяца $105. А всего лишь позвали в бизнес двух человек. Двух человек в самом начале, которые захотели заработать миллион рублей к концу года. И так же, как вы, быть молодым, здоровым и красивым. Пришел шестой месяц. У нас осталось с вами, мы потратили на сыворотку $130 для себя. И у нас с вами был остаток 100 на 700. И к нам пришло с одной стороны 3200 баллов и с другой стороны 3200 баллов. Итого 3300 и 3900. И у нас с вами сработало 6 циклов. 6 циклов по 35. Минус 3600. Смотрите, что получается. Здесь остается 300 баллов. А здесь минус 1800. Сколько здесь осталось у нас? 3300 минус. Нет, да? Да. 1500. У нас поменялось соотношение баллов, ребята. Поменялось соотношение баллов. Теперь вы поймете, как циклы срабатывают, кто еще не понимает. И у нас снова плюс один цикл. Минус 300 с этой стороны. 0. И минус 600 с этой стороны, остаток 900. И вы в этом месяце заработали 7 циклов по $35, равно $245. А где же миллион рублей? А мы к нему сейчас подойдем. Начался седьмой месяц, ребята. Седьмой месяц, вы так же комфортно, вы всего лишь двух человек позвали. Людей, которые с вами захотели заработать миллион рублей. И вы все вместе хотите молодеть, что у вас и получается благодаря нашей продукции.
И у нас осталось, вы точно так же, $130 потратили на свою сыворотку для себя. И у вас оставался остаток 900 баллов с одной стороны и 0 баллов с другой стороны. И к вам прилетело 6400 с одной и 6400 с другой стороны, ребята. Итого 6400 здесь и 7300 здесь. И у вас уже сработало 12 циклов по 35. Это седьмой месяц пока еще. Ну-ка, сколько у нас получается это, Света, давай калькулятор. 7200 минус 7200 вычитаем отсюда. Остается 100 баллов. И минус 3600 отсюда. И у нас остается 2800. И по итогам седьмого месяца, в седьмом месяце вы заработали, так, 12 циклов на $35 равно $420. И вот сейчас начинается, ребят, самое-самое интересное. А вы помните, что вы всего лишь нашли двух людей в самом начале, которые так же, как вы, хотят заработать 1 000 000 рублей к концу года. Восьмой месяц. У вас не происходит затоварки. Вам даже самому не хватает продукции, но вы четко по инструкции бутылку сыворотки больше ничего не покупаете. Хочется резерв, но вы себе отказываете. Хочется финики, зачем? Вы понимаете все. Минус $130. Вы снова купили себе сыворотку в восьмом месяце. И у вас оставалось 100 баллов с одной стороны и 2800 баллов с другой стороны. К вам пришло 12800 баллов с одной стороны. Вас же люди повторяют и 12000 баллов 800 с другой стороны. Здесь получилось 12900, а здесь 15600 баллов. И у вас сработало 26 циклов. Это в ноль? Да. Здесь минус 15600, здесь у нас в ноль, остается 0 баллов. Здесь минус 7800, остается 5100 баллов. Правильно? Правильно. 26 циклов по $35. И вы в конце восьмого месяца, за восьмой месяц заработали еще 910 долларов. И вышли в ноль. То есть все деньги, которые вы потратили, это медленно, ребята. Но самое интересное, это впереди. Начался девятый месяц. И вы также потратили на себя. Купили сыворотку за $130. И отказываете себе в продукте в таком классном, как AMPM. И даже не покупаете больше ничего. И у вас оставались баллы. 5100 с одной стороны. И ноль с другой стороны. И вот к вам пришли люди. Точно так же 225600 баллов с одной стороны. И 25600 баллов с другой стороны. Итого 25600. И здесь 30700 баллов. И у вас сработал, ребята, 51 цикл. 51 цикл, это минус 30600, потому что с большей мы берем по 600 баллов. Это остается 100 баллов остаток. Здесь 15300. Вот так я обведу, чтобы это, а то я... И остается 10300 баллов. И вы заработали в девятом месяце на $35 равно $1785 в девятый месяц. И вы продолжаете делать то же самое. А что делать то же самое? Да просто пользоваться сывороткой. Просто покупать для себя сыворотку. Вам же нравится этот продукт. Ребята, понятно? Напишите десяточки. Десяточки напишите, если понятно. Да, замечательно. Начался десятый месяц. А вы только пользуетесь для себя сывороткой и своим родным и близким даже не покупаете дополнительно. Вы следуете точно графику. Зачем? Я когда сегодня пересчитывал, ребята, $130 вы купили в 10 месяце снова себе одну сыворотку.
Ну или, может быть, я не знаю, может быть, кто-то резерт захочет купить, поразнообразить немножечко. Окей. И у вас были остатки 100 баллов с одной стороны и 10300 с другой стороны. И к вам прибавилось 51200. Ведь каждый из ваших друзей, из тех двух, которые вы привели, хочет заработать этот 1 000 000 рублей. И он получает результат обалденный от продукции. И он покупает себе по одной баночке сыворотки. Итого у нас получилось 51300 с одной стороны и 61500 баллов с другой стороны. И у вас сработало, ребята, 102 цикла в 10 месяце. Это отсюда вычесть. Вычитаем 61200, 300 баллов остаток, и вычитаем 30600. 20700 баллов остаток. Опа-на! А у нас еще один цикл. Один цикл, потому что здесь 300 минус 300. Когда баллы меняются стороной, у вас в обратную сторону циклы срабатывают. 20000. А, минус 600 тут. Минус 600 равно. Тут 0, тут 20100. И вы заработали аж целых 103 цикла по 35 долларов, равно 3605 долларов. Что, неправильно? А у нас тут? Какой? Вот. Это... Десятый месяц, да, вот. Ну, у нас здесь почему-то 10, я не помню. Ну, неважно. Тут у нас, мы где-то можем ошибаться, ребят, поэтому я говорю, берите калькулятор, чтобы вы поняли правильно. Пришел одиннадцатый месяц, как вы просто пользуетесь для себя любимого продукцией. А вы же еще вспомните, что вы параллельно с этим ведете бизнес через систему «Знает инфо». А это просто нашли двух людей, которые захотели заработать, не особо напрягаясь. И у них денег много нету на большие пакеты. 1 000 000 рублей. В 11 месяце вы потратили 130 долларов на себя, на автошип, и у вас был остаток с одной стороны 20 100 баллов, а с другой стороны, о боже, 0. И вам пришло еще 102 400 баллов с одной стороны и 102 400 баллов с другой стороны. Плюс, маркер заканчивается, возьму другой. Сейчас зеленее пойдет, сейчас интереснее. 102 400 баллов, а здесь у нас получается 122 500 баллов. И вы заработали, и у вас сработало 204 цикла минус. Четыреста. Тут 100 баллов остается. И 61200. И тут остается 41200. И у нас 204 цикла заработок наш в 11 месяце. 204 умножить на 35 равно 7140 баллов. Совпадает долларов? Ну, да. И начался 12 месяц. 12. Отчетный. Год. Мы за год с вами. Хотя здесь 11 месяцев полных. Первый месяц вы только сами зашли и двух позвали. Но мы считаем так. 12 месяц вы потратили на себя 130 долларов. На одну сыворотку, которую вам на месяц не хватает. Потому что жена залазит туда. Теща залазит иногда. А если это резерв, так его просто дети выпивают. И у вас было на остатке 100 баллов с одной стороны и 41 200 баллов с другой стороны. И к вам пришло 204 800 баллов с одной стороны и 204 800 баллов с другой стороны. Итого 204 900, а тут 246 000. Ровно?
Наверное, да. Ровно. И у вас сработало 410 циклов. Красивая цифра. А всего-то двух человек нашли, которые так же, как вы, захотели заработать 1 000 000 рублей. И вы им просто показали, рассказали, потому что вы сами понимаете, что это возможно. И им написали эту таблицу красиво, вместе, пересчитали, 10 раз пересчитали. Самое сладкое в конце. Так, минус вот отсюда 246, ровно? 246. Ну, у нас 410 циклов сработало, поэтому тут 0. А здесь минус 123 тысячи баллов. И здесь у нас остается 81 900. Ну, 13 месяц я не буду считать, потому что вы понимаете, как это работает. И нет ничего невозможного. Помните правило 5 рукопожатий? Вы можете весь мир объять, реально, с нашей продукцией. И вы заработали 410 циклов по $35. Умножить это все на 35 равно 14 350. Так, а теперь кто посчитает, сколько за год вы заработали денег в долларах, ребята? Общую сумму напишите, кто уже посчитал. Это даже без системы знает инфо. Даже без основных возможностей. Просто это люди, которые будут у вас покупать, захотят заработать вместе с вами 1 000 000 рублей. Это что такое? 602 тысячи. А в долларах это сколько, ребята? Кто посчитал в долларах? Давайте вместе посчитаем. Считайте. 14 350 плюс 7 140 плюс 3 605 плюс 1 785 плюс 910 плюс 420 плюс 245 и плюс 105. Плюс 70, блин, плюс 35. И плюс 50 в первый месяц. Ну, ноль не будем. Ребята, я не знаю, как считали вы, у меня общая сумма получилась 28 615 долларов. И сегодня курс 42 рубля 50 копеек равно. Ух ты! 1 201 830 рублей. А можно еще бумажку, Света? А то у меня бумажки кончились. Но, ребята, мы с вами не посчитали самое главное. А вы помните, что каждый из ваших людей покупает сыворотку ежемесячно для себя, так же, как вы? Это называется автошип, который приносит вам 60 баллов ежемесячно, дополнительно от всех. И у вас оставались, ребята, смотрите, 81 900 баллов у вас осталось в конце 12 месяца. Ну и пусть осталось, 13 же месяц будет. Как мы автошипы считали? А очень просто, очень просто. Вы можете посчитать сами, я вам подставлю только готовые цифры, ребята. Готовые цифры автошипов. Смотрите. В первый месяц, то есть он как бы второй месяц идет, да? Всего лишь два человека. Вы же в первый месяц пригласили двоих. Но во второй месяц они уже сделали автошип. Два автошипа. Потом, в следующем месяце уже сделали 8 человек автошипы. 8 человек автошипы. По 60 баллов, ребята. В следующем 16. В следующем 32. В следующем 64 человека сделали автошипы. Так, где наш листочек? В следующем 128 человек сделали автошипы. Они же покупают сыворотку, так же, как вы же помните, вы ее покупали каждый раз. В следующем 256, а в следующем месяце 512 человек купят себе по одной сыворотке. А в следующий месяц 1024, а в следующем 2048. Ну и в следующем месяце, ребята, 4096 человек сделают себе автошипы. Итого!
Чё, начинаем приплюсовать? Вот это все нам нужно приплюсовать. И потом это нужно умножить на 60 баллов. Что это получилось? Все вместе 8 тысяч, да? 8086. Если мы где-то ошибемся, вы нас, ребята, исправляете. И это даже здорово будет. И теперь делим все это удовольствие, умножаем на 60 баллов. Сыворотка или резерв приносит 60 CV. И у нас получается 485 160 баллов еще с автошипов за год. И мы их делим на 900 баллов. Разделить на 900 баллов, потому что это циклы срабатывают. Хотя мы даже эти еще не считали остатки. А они тоже здесь сыграют роль, но я не хочу в такие дебри вдаваться. Тут высчитывать копейки. Это равно 539 циклов. Дополнительно, которые у вас будут срабатывать в течение этого года, еще сработают. А это равно 18 867 долларов. Ну и помните, сколько у нас до этого получилось? Где же у меня моя красивая бумажка? Нет, где-то она, вот она, сейчас. Кто напомнит там? 28 615, да! 28 615 и плюс 18, плюс 18 867 долларов. Это равно, Света, ну-ка, 28, 615 плюс 18, 47 482 доллара. Мы это умножаем смело на 42 рубля, 50 копеек. Ребят, короче, здесь получается цифра. Ну как, впечатляет, друзья? И у меня для вас еще есть три хорошие новости. Поставьте десятки, кто понял. Это слово. А еще вопрос такой, ребята, как вы думаете, такая структура потребителей у вас рассыплется? Включите голову. Так, я матчинг-бонусы не считаю, ребята, это вы все там просчитаете матчинг-бонусы. Такая структура у вас рассыплется? Это люди, которые влюбились в ваш продукт. Да никогда. Ну, могут быть какие-то причины. И кто-то скажет, утопия. Утопия, возможно. Но вас же никто не ограничивает. Ребята, вас же никто не ограничивает. Вы же можете позвать не два человека. А взяли, вот, например, смотрите, вы. И вы нашли Петю с одной стороны. И Васю с другой стороны. Хорошо. Которые захотели заработать 1 000 000 рублей. Давай. Но по какой-то причине... Вася пригласил только одного, Петя пригласил только одного и не захотел больше приглашать другого. А Вася, вот это Вася, пригласил только одного и не захотел дальше работать. То как минимум 1/3 от этих денег получите? Получите. А хорошие новости, ребята, знаете, в чем заключаются? Хорошие новости заключаются в том, что вы можете пригласить в этот месяц два человека. И если вы боитесь, скажете, что это утопия, что кто-то может из них не продублирует вас, забудет, да, вот, ну, по какой-то причине, люди же они такие. Так пригласите, ребята, в первый месяц 4. И тогда у вас будет больше шансов забрать эти 2 миллиона рублей. А можете взять и сделать 6 человек. Я на 4 просчитывал, там вообще башню сносит. Дальше 6 месяца у меня просто руки стали трястись. И вот сейчас про хорошие новости. Где у меня листочек с хорошими новостями? Три хорошие новости, ребята, три. Три хорошие новости. Все, что вам нужно сделать, это позвать. В гости прийти самому, выбрать двух людей, которые захотят заработать как минимум 1 000 000 рублей в месяц. Зажечь, объяснить им вот такую таблицу нарисовать, просчитать, чтобы человек сам с вами на калькуляторе считал. Но он знает ваш результат по продукту, он видит и говорит, я хочу. А ты ему говоришь, так можно, смотри, найди всего лишь двух один раз в жизни. Ну можно трех или четырех.
А можно ведь каждый месяц по одному таким образом подключать. Одного покупателя, которым одного человека, друга, который пока не верит в то, что он может, который пока боится больших цифр, вы ему можете сказать: есть возможность, посмотри, давай. Четко следуй инструкции, и ты заработаешь больше 1 000 000 рублей за год и просто будешь пользоваться продукцией. Вы ничем не ограничены здесь, но вам нужно самим понять это. Так, что-то выбило. Ну, друзья. Видят и слышат. Семен. Видят и слышат. Все, Семен, ребят, меня слышно, поставьте плюсики. Если меня лично слышно, поставьте плюсики. Семен и Киракосян. Все, видно, да, как я маркером вожу? Все, спасибо, ребят. Все, я продолжу еще 3 минуты, поэтому, Виктор, ты меня извини, я еще 3 минуты займу. Так вот, хорошие новости. Вы ничем не ограничены, ребята. Вообще Семен, ничем. Семен, Семен, подожди. Сеня, подожди. Да-да. Сеня, подожди. Слышишь? Да-да-да, слышу. Ты меня слышишь? Семен. Виктор вышел, поэтому не ограничивайся. Виктор вышел, поэтому не ограничивайся. Окей. У тебя есть 5-7. Окей, понял. Спасибо. Так вот, ребята, вы ничем не ограничены. Вы можете дополнительно, каждый месяц, по одному человеку. Это те люди, которые не верят в огромные деньги. Но, увидев вот такой график, они же привыкли. Они привыкли, эти люди, что за то, чтобы заработать, для того, чтобы заработать деньги, нужно работать. Так вот, вы им покажите, что в первый месяц ты всего $50 заработаешь, во второй месяц ноль. В третий у тебя начнется заработок, и он привыкнет. Он увидит эту таблицу, он увидит деньги. Не какие-то виртуальные баллы, какие-то проценты. Он увидит конкретные деньги, если вы ему все распишете, расскажете. И он точно так же, как вы, захочет заработать эти деньги. Повторюсь, вы ничем не ограничены. Вы можете позвать 2 человека. Если боитесь, что кто-то из них будет слабым звеном, ну так выберите тех. А для того, чтобы это сработало, пригласите одного, сами пригласите второго, сами пригласите третьего. И здесь то же самое. Позовите 6 человек таких, найдите. И в месяц по одному добавляйте. Мне, ребята, страшно считать, какие здесь могут быть цифры. И самое главное, вы понимаете, что никакой затоварки здесь не происходит. Напишите 8-ки, кто понимает, что здесь не будет затоварки в продукции. Но, ребята, еще одна хорошая новость. Вы же захотите другую продукцию. Вы же захотите другую продукцию. То есть у вас автошип будет не 60, и у ваших партнеров не 60 будет, а, например, сыворотка плюс 60, резерв плюс ночной, умывалка, маска, финики. И этот автошип ежемесячный просто для себя любимого. И те люди, когда они увидят результат, они его увидят в первую очередь на вашем лице. Через 2 недели увидят на своем лице. И они захотят еще и другой продукт попробовать. И другой продукт попробовать. И другой продукт купить себе. И у вас автошипы будут не 60, а 120, 180, 210 и больше. И вы же помните, сейчас я попробую тот листочек волшебный найти, что у нас с автошипов с вами получилось в конце месяца $18 000 в конце года. А если люди будут заказывать сыворотку и резерв, то это будет $37 000 к концу года только автошипами. А если люди будут заказывать что-то еще? И никакой затоварки. Ну и, ребята, третья новость. Ваш результат будет вам продавать этот бизнес. Ваш результат будет продавать вам... А у вас еще есть система «Знает инфо». Я вот эти цифры, где у нас итоговая сумма, 2 миллиона рублей написано. Нет. Ребята, 3 секунды.
Как хорошо иногда быть зеленым. Я долго с Олей Ваулиной спрашивал ее: Оля, я какой? Оказывается, я зеленый. Найдете вы, ответьте, ребята, найдете вы, сможете, сможет, вы знаю, неправильный вопрос, ребят, сразу же корректируюсь. Вы пришли в бизнес, у вас есть уникальная система Знает Инфо, у вас есть мощная система, единственная система, которая интегрирована в официальный сайт компании Genes. Но у вас есть люди, которые боятся больших денег. У вас есть люди, которые не верят, как бы вот, как будто все так просто. И если вы им покажете такой путь, смогут они найти двух человек после того, как сами получат результат, в течение месяца всего лишь двух человек, которые захотят, как и они, заработать 1 000 000 рублей минимум. Это можно сделать? Ребята. Я тоже думаю, что это да. Однозначно, Семен. А у вас еще дополнительно система Знает Инфо. Сделали так, нашли. И тот человек, который боится, вы ему боится, что у него не получится с системой. Вы ему скажите: так есть способ другой. Ты начни с этого, а потом тебе система Знает Инфо в помощь будет. Если он боится, ты начни с этого. Но в интернете это не сработает, ребята. В интернете это не сработает. Вот эта схема для ваших друзей, эта схема для ваших родных, для ваших близких, для людей, которые вас знают и которые вам доверяют. И если вы вместе сядете и скажете: слушай, друг, я нашел классную возможность нам с тобой заработать к концу года по 1 000 000 долларов. Василиса, уважаемая, любимая моя, я нашла способ, как мы можем с тобой выглядеть красиво, обалденно, молодеть, поддерживать себя, жить дольше и при этом еще к концу года, не напрягаясь особо, заработать 1 000 000 рублей. Ты хочешь, но только одно условие – следовать четким инструкциям. А что это за инструкции? И вот так вот все расписали. И Василиса поймет: блин, так это же легко. Все, что тебе нужно сделать, это помочь Василисе зарегистрировать двух ее людей, показать тем самым, как проходит регистрация, как становиться VIP-клиентом, партнером, и как купить эти пакеты. И Василиса каждому из своих покажет, как это сделать. А те, и все, и начнется дубликация. Самая простая, но самая эффективная, ребята. Сергей, можно я на камеру перейду? Попробую.